Вот, обмен веществ, да, вот, когда вы немножечко повышаете и делают специальное упражнение для суставов, но это я как бы дальше могу отдельно рассказать, действительно человечек ходит, двигается дольше, улучшается качество жизни. Но обмен веществ, вот эту кровку, гормоны, можно повысить себе самим, двигаясь под музыку, правильно? Можно взять ручку, если, допустим, ручка даже просто шевелится у каждого из вас, вот вы делаете, уже идет движение, музыку красивое, да, и кровушка побежала, обмен веществ у нас улучшается. А теперь смотрите, вот танец, это же не какое-то такое понятие, знаете, надо обладать хореографическим образованием, чтобы танцевать, потому что у меня нет образования, я самоучка. Хотя скоро получается нужно артист в России, да? Вот. Итак, танец — это не наука, танец — это вот люди слушают музыку, так как он изначально появлялся, или дикари вот так камень о камень били, правильно? И другие дикари начинают двигаться. Вот это и есть, собственно, танец. Да, как можем, вот меня поддерживают прекрасная женщина. То есть и как музыка, ее в любой момент можно отразить так, как вы ее чувствуете. Если что-то двигается, допустим, парализованный весь человечек, ножка у него двигается, да? Вот ножкой можно тоже танцевать, правильно? Никто никогда не скажет, друзья, что это не танец. Это настоящий самый танец. А если у меня ножка задвигалась, обмен веществ стал лучше. Еще что-то немножко подвигается, еще что-то. И в целом получится, что даже очень...